Вот ты мне все время говоришь, я так хочу увидеть Париж. Хочу хоть глазком посмотреть, увидеть Париж и умереть. А я отвечаю тебе, путевка стоит 1000 УЕ. И если ты так хочешь умереть, дешевле ведь Россию посмотреть. Вот если ты увидишь Воркуту, то разразится кариес во рту. А как приедешь в Вышний Волочок, волос немедля выпадет пучок. Вдохнешь в себя воздух орла, скончаешься от спазмов горла. А если вдруг пройдешься по Россоши, то смерть тебе покажется роскошью. А ты тут мне говоришь, я так хочу увидеть Париж. Ты посмотри сначала на Тюмень, и на глазу появится ячмень. Ты посети великие луки, отнимутся и ноги, и руки. При виде очертаний ельца остановится сердечная мышца. А въедешь ты в красавицу Тверь, и в ад приоткроется дверь. А ты тут мне говоришь, я так хочу увидеть Париж. Ты поезжай сначала в Лангепас, там сузится от ужаса твой таз. А если вдруг приедешь в город Вятку, то ты за эвтаназию дашь взятку. А если вдруг ты посетишь Владимир, увидишь ты, что бронтозавр не вымер. А как заедешь в Новгород Великий, узнаешь ты, что дьявол двуликий. А ты все нудишь и нудишь про смерть и какой-то Париж. Но лишь я предложил поехать в Клин, ты быстро сориентировалась, блин. И взяв с собой зубную щетку Лиш, свалила с новым хахалем в Париж. Смотри свой Нотр-Дам де Пари, а я сойду на станции в Твери. Ты думаешь, я жадный идиот? Неправда, я России патриот. Увижу я красавицу Тверь, пускай мне в ад откроется дверь. Вдохну я ароматы орла, люблю я эти спазмы горла. Взгляну на очертания ельца, гори огнем сердечная мышца. А я уже умчался в Лангепас, мне никогда не нравился мой таз. Оттуда заглянул в гусь хрустальный, мне глаз давно был нужен хрустальный. И выкрою часочек на Выборг, я слышал, там есть женщина-киборг. А также заскочил в Стерлитамак, спрошу у Бога, ну зачем ты так? И можешь, сучка, свой Париж смотреть, а я хочу в Россию умереть. Вперед, Россия! Париж — говно!